Вот очередной памятник российскому разгильдяйству. По привычке у нас все обычно какие-то бюджеты, суммы осваиваются не до, прям в преддверии каких-то определенных периодов. Осень, зима, снег. Вот фактически что мы видим? Мы на месте, где находится памятник исторического наследия печи 17 века, из которых в свое время, ну, мы предполагаем, обжигались кирпичи для постройки храма в городе Чебоксары. Вот мы видим реальное разгильдяйство. Все эти печи исторически затоплены. Я считаю, что необходим какой-то водоотвод. Сегодня у нас получается 16 сентября 2016 года, пятница, представляете, до понедельника ни один нос здесь какой-то связанный с какими-то определенными работами не появится. И все это будет похерено. Весь исторический кластер, о котором они говорили в своих репортажах от 12 числа, в никуда. Воздух. Опять прошла определенная имитация кипучей деятельности. Бросили, ушли. Хочется сказать матом, но я воздержусь.